система была, была батарея. Там ничего нету. И, кстати, мы трохи. Ну, вот этот был ратинник, был линкор крейсер наш. Кого-то против линкора. Ну, вот раз и два. И сюда запрыгнем. Так, ладно, сваливается. Раз и на второй ход удар, если мы сейчас кого-то вышли, прибудет, потом два. В общем, мы на этой базе навряд ли не можем. Нам по 100 сразить, всего тут 12-е эсминцы. Дестройер, разрушители. Это то же самое. С кадрами наносит, а тут же. Значит, будут готовы орбитальные батареи. У нас доходность 90. Все. Мы диап можем на Монра попытаться поменять. Тринадцать из 16. Ну тоже такое. Тут и 13 юнитов, тут сколько? 7 и 6, 13, 2 по 3. И маус, батареи. Ну не навряд ли, что уже обратно, если он полетит через ход. Ну через ход навряд ли, что он сюда сможет дойти. Прилетел этот линкор, крейсер, Псилон. Ну и мы их можно отдать им, попытаться этот. Вот этот Мирамакс, например, Псилоном. Ну, пустына, но большая. И какой вот этот новый Мора, крупный Мора. Но они все равно там будут, они тут их не будут. Эдем останется там. Ну вообще не знаю, там, допустим, они потеряли линкоры. Это все ряд у них 22. 8. А это эсминец. 13 разные фрегаты. 18. Какие-то ну, разные модификации все на карте. 51 без масухи, типа, если фрегата себе штук 10-12 еще прибавил. Ну мы хотя бы бой могли, ну типа, выждать. И при пару или трех линкорах мы могли бы их там разбить. Ну непонятно. Да он пишет там ситуацию. 1200 атака, как у нас там. 5500 дефенс. Но если тут псилоны будут, неизвестно, как вот это, допустим, поступят эти мидвары там. Будут они сюда лететь. Но нам тоже не особо выгодно, если они объявят войну, значит, они вторгнутся здесь или где. А потом, чтобы они только до червоточины будут лететь. А дальше тут Ньюс какой-то там, не Сузован, да. Ну даже если они червоточину прыгнут, сюда куда-то. Донесу, ну разве что доедут. Но Фейрос они не поглощают. Потому что если закончится, тогда надо и с людьми там, а у них тут не вроде нет особого контакта прямого. Ну то есть через червоточину даже. Однако, знаете, какая-то. Ну люди, они так типа тихоря-тихоря, а потом оказывается, что у них потом все развито там сверху. Но с Псилонами они не могут, у них огромный флот, но они что-то не могут. А Псилон вот это авангард, это не присылают. У них Ментар стоит. Две только. Земное. Не изучено. Ну, заранее, как бы,
в исследования прикидывать, что, например, сейчас был бы, вот когда мы шпионы были, допустим, у Псилонов, тогда они особо ни в одной игре не объявляли, там, не пытались лезть там куда-то. Потому что мы под контролем типа были. И другие также. А когда нету шпионов, что они там, то все они стали бы врать. Или... Да, у нас был шанс там какой-то в один момент забраться сюда на Ибис, который еще не был колонизирован, попытаться разбить Венеру там. Ну, мы не знали ни фото, ни это, в Акларии. Ну, мы выиграли что-то там. Но это не значит, это могли... Ну, тогда могла бы игра пойти. Вот это Миклары понизились с личками, а могли бы с нами там. Или Булрати влезли. Все, ну, неизвестно это тоже. Надо было иметь десантные корабли, так вторгаться, что куда-то. Ничего бы не было тогда. От когда-то одна планета на канате Фуи, которая ничего там нет. Токсик. И этот Ибис. И все там тоже ничего не было. Он только и заселялся. И добраться до Венеры, ну если даже мы разгромили там Булрати. Ну, мы что-то выиграли. Но неизвестно, чем она закончится. Потому что когда мы не полезли, то тут начали прилетать. Здесь какие-то атаки, это эсминцев, там, этого настолько ничего не было. У нас же крейсер. Нас и так один крейсер у нас пропустили, ну, мы. Дестройер. Были фрегаты и дестройеры. Перепрыгнули. Да. Линкоры практически сразу. А крейсеров, как один крейсер, там как прыгнул. Воевать без крейсеров тоже. Ну, это лесен экран два хода. Сколько у нас? 16 экран, 16. Там мало. Против PCT надо иметь 25. 27, 30 кораблей. Вот эти фрегаты, ну, их не переоборонить. Линкор. Там 10-е. Два линкора. Алис. Эсминцев. Крейсер. 7 эсминцев. Где-то 7. 10. Десяток есть. 3 фрегата и все. Фрегатов больше нет. Ну, лидерские это фрегаты. Есть крейсер. Ну, крейсер крутой. Мы можем на Булрати кого-то она пошла сюда. Ну, чтобы разбить Булрати, может Акларий тогда объявит на Булрати или подбить. Ну тоже, если бы ближе к дыре были, они правильно атаковали. Среагировать. Откуда у них там линкоры эти? Ну, пароль никого, как и мы могли бы того не делать. Ну, у них крейсеров больше. Ну, этот диад надо весь, можно на Амон-Ра только одну поменять, если я не чешу. А что Амон-Ра, это Ра, то так, Булрати. Откуда линкор людей вылез. Но здесь держать сложнее, на самом деле. Чем даже там, потому что там-то персик. Вот персик. Может, нам вообще стоило. Ну, сейчас вдруг это делает два тура. Но базы такие себе. Ну, то есть они не звездная крепость. Это звездная база в звездную крепость превращается. Но тогда одно из самых крутых. Дефенс. А так оно. Ну, крепкое оно.